Всем привет! А мы собираемся сейчас идти на шопинг. Солнце светит, да. Мы специально остановились, чтобы полюбоваться вот этими цветочками, пофоткаться. И сейчас уже идем в сторону метро. Я надела маску, потому что у меня здесь вышел огромный прыщ. А так хоть будет скрывать. И я типа вся такая гламурная, сильная. Ну вот так вот вроде ничего смотрится. Надела сегодня джинсовую куртку. Здесь вот такие у нее лампасы. Как-то вам показывала. Заказывала на Шеине. Можете поискать, если кому интересно. В предыдущих видео оставляла ссылку. Я очень люблю этот район, потому что здесь всегда что-то происходит. Все время какие-то представления. Сейчас вон там танцуют. И если получится, то я что-нибудь вам покажу. Мы зашли покушать. Сейчас наберем пиццу, салаты и мясо и будем ужинать. Пожарилось, так что сейчас будем кушать. И хотела вам еще показать вот здесь вид. Здесь нет стекол, они убрали. Так что вот так вот классно. И на улице, кстати, очень тепло. Смотрите, какие крутые кроссы здесь есть. Все очень классные. Сейчас мы вам покажем новинки, которые появились в корейских магазинах. Вот такие кофточки, они мне очень нравятся, очень теплые. Есть светло-розовая, темно-розовая и также коричневая или это бежевая. Синяя еще есть. Но мне нравится вот, наверное, вот эта светло-розовая. Вот эти свитера тоже очень красивые. Тут есть белый. О, оранжевый вообще классный. Они стоят, сейчас я вам скажу сколько. 20 тысяч вон почти. Вот еще свитера. Очень красивый, да? Тут такие оборки. Обожаю такие вещи. Это теплые мужские пальто, сделанные под рубашку. Ну-ка, вот еще один посмотрим. Вот, смотрите, какой он. Так много расцветок разных, да? Обалдеть, какой магазин огромный мы нашли. На первом этаже продаются вещи. И вот на втором тоже. Сейчас пойдем и посмотрим, что здесь есть. Смотрите, как здесь они оформили все. Очень страшно и зловеще так. Нравится тебе? Короче, это мужской магазин. Здесь только мужские вещи. Но выбора, конечно, очень много. Прям глаза разбегаются.
Мы хотим сделать фотки в этом автомате. 4 штуки стоят 3000 вон. Будем фоткаться? Да, да. Что? Там еще есть. А там что? А здесь, короче, 8 фотографий. 4000. А, здесь 8 даже. Ну давай тогда здесь, если здесь побольше. Type B, 1 плюс 1, Type B, 1, а можешь размер выбирать. У нас осталось 40 секунд. Какую рамку? Белую? Белую, ладно. Original, черно-белые. Не-не-не, это не пойдет. Стоп, некрасиво. Лера. Вот это ты хочешь, да. Лера? Не-не-не, ну, смотри, не. Глаза какие страшные. Там глаза видел, какие страшные становятся? Оригинал, наверное. Вот этот сделал, второй. Это? А. А здесь что? Ну, здесь, наверное, так же. Чуть-чуть фильтры неудачные какие-то. Тут бантанчики подъехали. Сейчас зайдем туда, посмотрим. Это The Face Shop, косметика. У них же есть своя косметика в BTS. Они сотрудничают с VL, что ли, коллаборируют с VL. А, это, наверное, который мы тогда видели? Коробка, наверное, да, точно. Слушайте, ну нам сегодня прям везет на айдолов. Вот, Blackpink, они рекламируют линзы. Красотки. Ага. Эксо. Они тут рекламируют спортивную одежду. Вот так получились наши фотографии. У меня везде, как всегда, морда недовольная. Вальс танцуешь? Вот уж не думала, что такие жилетки будут в моде. Их сейчас очень много, прям везде. Мне они что-то не очень нравятся. Не знаю, мы раньше такие во дворе носили. Все, мы в тренде оба. Два леопарда. Мне больше вот такие панамки нравятся. Еще такие бывают черные, такие носят айдолы. Ты на папу похожа. Сделай папин взгляд. А еще? Мы зашли в магазин косметики Innisfree. Смотрим, что здесь есть. Он здесь очень большой. Здесь очень много выбора. Мы хотим взять какой-нибудь тортик к чаю. Вон там они выбирают сейчас, Коля с Лерой. Ну, я так и поняла. Ты решила взять мороженым? Так и знала. Потому что он розовый и красивый, да? Вот такой мы взяли тортик. Хочу. Это чупа-чуп, что ли? Угу. Он такой розовый, как раз в Лерином стиле. Угу. И сейчас покажу вам следующие покупки. Это ополаскиватель для рта с лимоном и с мятой. А вот это сегодняшняя моя покупка, которой я очень довольна. Это гидрофильное масло. Здесь их целых два. Да, была акция 1 плюс 1, поэтому... Я просто не могла пройти мимо. К тому же у меня моя заканчивается. А это крем такой. Так, где он? Чтобы показать. Вот он. От Nature Republic с зеленым чаем. И также я себе взяла тонер. Также от этой линейки с зеленым чаем. Так, это наша фотка. Если кто не видел, получше вот сейчас покажу вам. Очень смешные мы здесь получились. Они две одинаковые, потому что, ну, если фоткаются друзья или парень с девушкой, то одна фотка остается одному, другая другому. Очень удобно. Это Pepero палочки. Кстати, скоро у нас Pepero Day будет, 11 ноября. Mm-hmm. Будем отмечать, да? Наберем опять пепперошек. Наберем и нажремся, да? Поедем и умрем! Дверной уплотнитель. Будем закрывать ими щели. Уже готовимся на зиму. Вот такие покупки были на сегодня. Ну и еще мы там воду взяли, два блока. Мы уже заварили чай и сейчас будем пить его вместе с тортиком. Так что будем на этом влог заканчивать. А если он вам понравился, то обязательно ставьте пальчики вверх.
Подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Подписывайтесь на наши инстаграмы. Также на мой инстаграм. Да, на Лерочкин обязательно. Ссылки будут все в описании. И увидимся с вами уже в следующем видео. Всем пока-пока! Одевайтесь тепло, не болейте, берегите себя и своих близких. Всем пока! Пока-пока!